Приветствую тебя, мой дорогой зритель. Ты на канале Дедсот, меня зовут Дед, и мы продолжаем Resident Evil первую часть. Что ж, в прошлой серии мы знатно натупили. Ну, точнее мы, естественно, я знатно натупил. Очень. И сейчас мы будем продолжать, надеюсь, уже в нормальном прохождении, скажем так. Так, что у нас есть? Ага. Аккумулятор мы вставили. Нам теперь поднять рычаг и идти нахер. Короче, хорошо, что я на охотников, на вот этих вот. Оказывается, вот эти зеленые твари, их зовут охотники. На охотников, на этих тратил, ну, мало патронов. Можно было вообще не тратить и пробегать, как я вот в прошлой серии по способам сохранения пробегал. Типа он там одной рукой бьет, значит от нее можно увернуться аккуратно. Вот. Ну, интересно ж пострелять, что он зря патроны дает. У нас спидрана нету, правда и цели на 100% пройти нет. Поэтому мы просто играем. Как получается. Так, это мы подняли лифт. Хорошо. А смысл? Да, точно. Вот опять новые тупежи. С самого начала. Да, теперь же нам надо убрать воду. Спросишь ты зачем? А ты, наверное, забыл, что есть некий водопад. Не знаю, каким он образом перекрывает нам путь, почему мы тупо не можем нырнуть под него. Что это за сверхтечение такое, как, сквозь которое мы не пройдем. Но, увы. Использовать. Я ускорю этот момент. Так, все. Что за бред, что мы не можем поднырнуть под водопад и вообще пройти тупо просто по воде, вот как бы там не глубоко, но по шею максимум. Сдержки игры. Это обитель зла. Он такой. Давай скажем так. В змеи, помнишь, тут же змеи падают. Вот, все, водопад отравлен. Змеи в него писали очень много. Вот водопад отравлен. Да спускайся ты, ёлы-палы. Поэтому нельзя. А то сразу пшш, и все, и жопа тебе. Нахлебаешься воды, а там кишечная палочка. И понос у тебя будет после этого теперь. Да, все, нам теперь бежать прямо сюда. Фух, я не помню, что здесь дальше. Все сложно. Куда бежать, где бежать, вообще не помню. Ёб твою медь, как тут все. Идем по способу правой руки. Видим. Твою мать! Джилл, напугал. Я уже стрелять хотел. Как раз вовремя. Мгновение назад я слышал чей-то голос из этого зала. Пойдем вместе, как тут темно и не очень хорошо видно. Пойти с ним? Бля, серьезно? F1? Да. Окей, let's go. Окей, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Он нас еще и прикроет. Эй, ты в порядке? Я могу пойти первым, если хочешь. Ему пойти первым. Да что это за выбор? Почему я этого не видел никогда? О, да нет, прикрывай меня. Let's go, Barry. I'm depending on you. Чё за дичь? What a trash. Берри, ты меня будешь защищать сейчас? Берри, просто скажи мне, what the fuck? Почему, что, почему мы сейчас вместе бегаем? Я этого нигде никогда не знал, не видел. Так, я что-то, алё. Оу. Здрасте.
Взять предмет, да. Я сейчас опять понахватаюсь предметов, потом, блин, не будет места, куда брать это самое все для прохождения. А, электрогенератор, похоже, он не работает. Берри, ты не в курсе, в чем беда? Бля, бегать вместе с ним это, конечно, кайф. У него магнум. Тут темно. Это что за... У нас есть карта? Внутренний двор. Мы, походу, сейчас вот здесь, да? Опа. Берри, а ну. Берри, хорош! Ты понял? Я вообще не знал этого, что нас Берри прикрывает. Если бы мы сказали Берри идти первым, он бы заходил, типа, а нам бы пришлось... Is that Jill? Is that voice Enrico? Этот голос, Энрико? Yeah. Да. Ты жив? Стой там. С тобой есть Jill? Кто-нибудь жил? What? Что? О, oh, yes. Oh, да. Энрико! Энрико. So, Берри и Джилл вместе. Are you all right, ты в порядке, Энрико? The stars are doomed. Со старс все скоро будет. Кто-то из отряда предатель. Амбрелла все подстроила с самого начала. Туф! За что? Энрико! Энрико! То есть кто-то. Вот так вот из-за стеночки. Как истинный мазафакер. Выстрелил в него. Не попал в него. И... Серьезно. Берри осматривает тело. Берри, пошли. Он мертв. Он труп. Берри, ты мне нужен. Он не мог двигаться из-за раны. Он что-то держит. А... Спасибо. Спасибо. Так. Чё, Берри, я теперь сама бегаю, да? Мы с тобой вот это походили. Опа. Опа. Рукоятка. Опа. Еще одна. Зачем две? А, Берри, ты пойдешь вообще? Нет, со мной? Алло. Берри осматривает тело. Мудила. То есть все, вот это все, что он со мной прошел, одного мудозвона убил и все. А зачем? А, он еще и встал. Так пожирнее, походу, будет. Берри! Берри! Мразь! Берри, меня тут убивают, ты в курсе? Ой, блин, не-не-не-не-не. А где мы сохранялись вообще где-то? Пойти с ним? Okay, let's go. Да, идем. Okay. Then I'm gonna cover you. Let's hurry. Хорошо, я прикрою тебя. Hey, are you all right? Пойти... Ему пойти первым? Нет. Okay. Я понял ваши эти приколы. Ни к чему хорошему они не приводят. Мы пошли вниз в прошлый раз. Теперь пошли сюда. Ну, мы увидели, что там происходит. Давайте теперь посмотрим, что здесь происходит. Стоп, а мы же вниз пошли в прошлый раз. Так, а это круговая. Зачем нам сюда вообще идти было? Чё, бля? Бред. Я вас понял. Немножечко на спидах пойдем. Ай,
Ну, ты это все уже видел, окей? Окей, что да, Энрико? Ага, Барри и Джилл вместе. Ты в порядке, Энрико? А, да, да. Почему это так смешно? Энрико! Ай, ужас. Почему это так смешно? Так, а мы подбираем еще одну рукоять, а зачем? Теперь у нас две рукояти. Найс. А зачем опять же? Сохраняюсь вот здесь. И куда мне бежать теперь? А... назад? Ну, типа как вариант, назад. Да, блядь. Ай-я. Оп. Лузер. Не попал. Ну а зачем мне на него патроны тратить? Если он тупо не попадает. Ой, не то нажал. Да не то нажал, говорю. Оп, ого, а далеко он жирно достает. А мне сюда. Сюда что же нет смысла бежать, верно? Это просто другой выход. Да. Мать твою. Бежим назад, значит. То есть все, зачем мы сюда зашли. Это взять рычаг. F1. Что у нас дальше? Печатка. Ха! Прикольно. Прикольно, что здесь стоит печатная машинка. F1. Шестиугольное отверстие. Любой рычаг можно вставить. Использовать. Это нельзя использовать здесь. Пойдите в жопу. Использовать. Ой, как это долго. Ты понимаешь, что даже на ускорении, гля, сколько это длится? Зачем столько? Могли бы просто затемнить экраны, типа, вот оно готово. Ну, нафига? Еще и ресурсы тратить на то, чтобы, типа, вот это изображение двигать. F1. Что это? Что-то снято, да? Ага. Валун. Почему? Стоп! Почему он покатился? Почему? От чего? От дуновения воздуха? Или его кто-то толкнул? Почему он покатился, объясните мне. Серьезно, чтобы забрать. Здесь ж могу. Нет необходимости. Мне что, сделать необходимость? Левой рукой. Ну да. Лапой точнее. А можно мне какую-то комнатку сохранения, что ли, какую-то вот, пожалуйста? Что такая музыка? Твою медь! Ай! Это было больно! Ты в курсе, мразь, что это было больно? И она меня что? Бьет! Есть необходимость! Нормально. О, нормально. Вот, пожалуйста, необходимость появилась. Комбинировать, да. Да, это еще что такое? За что? Нож.
Вот тебе нож, вынь да положь. И нахер бы он мне нужен. Что за бред? Ну, типа, я топчу жучков. Класс. Они прыгают. Не класс. Я понимаю, что надо паучью эту раз... Но... Я, собственно, тупо рылю. Не, я не просто так бегаю. Если я остановлюсь, они будут меня жрать. Ты уже это видел. Ай. Причем больно жрать, да? Ля, нихера себе. Это как это понимать? Ебать, бред. У меня нет слова, извините, пожалуйста, одни эмоции. Я не хочу мне тут сильно материться, потому что, ну, кроме мата в голову ничего не приходит, какой бредятина это все сделано. Это неправильно, так не должно быть. Наконец-то. О. Спрей дали, спрей, серьезно, спасибо. Спрей. Патронов нету, главное, а спрей, на. Так, ладно. Смесь трав. Смесь трав. У меня где-то двойная смесь трав была, не? А, нет, это с этим. Синей травы. Тройная еще есть. Какая бредятина, ёб твою медь. Ладно, один шо. Один смесь трав возьмем. Только, наверное, сейчас синий возьму. Потому что здесь он не усиленный. Он просто от яда лечит. А вот тут у нас как раз синяя трава есть. Поэтому мы его используем до отличного состояния. Две рукояти. Я не знаю, мне пригодятся еще эти рукояти. Не пригодятся. Да. Давай. И траву возьмем. Траву я просто положу в ящик. Патронов для дробаша мало. Сохраняемся. Так, тут я, наверное, даже на отдельный слот где-то запишусь. Вот сюда, наверное. Так вот. Змеи уже ползают, как какие-то хера вообще. Пошла ты в жопу, параша. Воу, тихо. Не надо меня тут пшикать. Кстати, там же зажигательные эти лежали. Можно сбегать за ними. Давай, я знаешь, как сбегаю? Я сейчас на паузу поставлю тебя. Я быстро сбегаю, заберу зажигательные патроны и вернусь к тебе. Вот сразу отсюда и продолжим. Так, вот все, как я и обещал, отсюда и продолжаем. Я сходил, забрал зажигательные патроны, положил их в ящик сразу. Мы продолжаем наш...
тернистый путь по каким-то подземельям особняка. Господи, как-то вот уже напряжно становится. Я зачем, кстати, за зажигалками ходил, ну, зажигательными патронами? Потому что, как видишь, для дробаша патронов мало остается. Скоро придется пользоваться... Хапай траву. Скоро придется пользоваться уже... Так, мы одну берем, излечимся до идеального состояния. И одну смешиваем с синей. Я думаю, нам яд лечить еще пригодится. Синяя трава, да. Там кто-то воет, а? До сих пор. Собака недобитая. Что у нас здесь? Где там? Фонтанчик. С черным дельфином. Что-то там. А, в смысле нельзя? Почему нельзя? Что за бред? Что? Ну что, тут ничего? А, тут что? Изображение орла. Вы... Орла, здрасте. Забирайте. В смысле нельзя? В смысле? Ну, орел. Изображение орла. Орел, пожалуйста. Что у нас здесь дальше? Чтоб место меньше занимало, это все. Дверь заварена и нет. А что я где пропустил? Я что-то пропустил. Сорянчик. Это очень странно. Я вроде шел четко. Как смазывается изображение? Я выпал. А, действительно. Ага. Ты смог понять, что сюда надо идти, да? Шестиугольное отверстие. Использовать. Это не то, нельзя сюда использовать. Да ёб твою налево. А, использовать. А, и это нельзя. Ну да, естественно. Там камень. Ну, камень, естественно, сюда покатится. Это логично, блин. Надо повернуть. Мне кажется, надо еще повернуть. Может, он упадет просто сюда? Нет, не упадет. Использовать. Хорошо, я сохранюсь. Здесь проход. Хорошо. А там что? Я на ускорении это сделал. Охереть. А, здесь карта. Ух ты. Не знал. Карта подземелья. Да, возьмем, почему нет. Правда, нужна ли нам еще она вообще? Ну, возьмем. Где наша не пропадала? Что здесь? Еще один диск. Модиск. Что за модиски, блин? Где их применять? А, хорошо, я хочу теперь глянуть, а справа что-то было? Это, если честно, бредовые идеи мои. Но... Нет, здесь ничего не было. Мне кажется, здесь также можно было спрятаться от камня. Там вполне себе углубление.
Еще один диск. Что за диск? Надо загуглить будет, что такое мод-диск. Или он мне дальше пригодится, или что это такое? Или это просто, типа, может, на следующую игру собираешь, ты знаешь, типа, новая игра плюс. Сохранится. Опа. Опа. Ага. 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 И надо подвинуть, да? И надо вот это вот. Тихо. А, собственно. Что? А как? Я зайти за нее тут не могу. Шестиугольное отверстие. А! Использовать. Не это. Использовать. Нельзя использовать. В смысле нельзя использовать? Да ёб твою налево, ну что, ну куда мне стать? Ну. Вот, шестиугольное отверстие. Ёба. А. Ну, поняли, да? Я поэтому на ускорении, потому что, ну... Тьфу, бля, я думал, оно просто сбросится. Где это шестиугольное отверстие? Я поэтому на ускорении, потому что не хочу Насколько ты терпеливый человек, а? Все. Хорош. Ну, так себе загадка, просто я... Не увидел отверстия, просто рыжий камень. Тебе видно там отверстие? Я не видел. Просто рыжий камень, поэтому ну как-то вообще не отверстие. Так, мы нашли какие-то мод-диски, блин. Мы нашли... ну, книга понятно куда применяется. Я думаю, ты уже тоже догадался. Догадался... Быстрей, 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 пожалуйста, быстрей. Вот. Потому что это такая же книга, как мы нашли и в доме. Книга судьбы. Просмотр. Вторая часть. И тут, пожалуйста, еще один медальон. Вообще несложно догадаться. Главное просмотреть. Это прикол обителя зла. Надо просматривать. Все было. Кто так заморачивается над лабораториями? Ёб твою мать, какими бы они секретными не были. Мне кажется, никто так не заморачивался никогда над лабами. Ну что ты, зачем ты мне этот выбор даешь? Естественно, в лифт мы заходим. Естественно, катимся вниз. Как и вся моя социальная жизнь. Это много слишком загрузок. Могли бы вырезать эту сцену и показывать сразу вот это. Так, сохраняемся. Что это за лаборатория такая стрёмная? Спуск вниз. Вниз з. Наглухо закрыто. Справа висит табличка. Аварийный выход.
Здесь лестница, спуститься, да. Так, надо прийти к какому-то логическому завершению этой параши. О, вот и оно, кстати. Вот и оно. А, это намек, да? Что надо... Бля, что за мой диск? А, почему мы еще не выкинули рычаги? Я их пока выложу. Мне кажется, они мне больше не нужны. Ну, если где-то в лаборатории нужна рукоятка, можете закрывать эту лабораторию. Ай, ножка чухается. Ёб твою мать, как хорошо почухать ножку. Я оставлю дробовик. Мне кажется, диски это не просто так. Это для лаборатории как раз. И я их здесь тоже оставлю. И сохранюсь. На этом спасибо большое, что смотрел. Комментарий, подписка, чтобы новые выпуски, вот они, ну они каждый день, конечно, выходят, но чтобы ты не пропустил, а то вдруг ты ждешь, а пропустишь. Вот. Лайкосик не обязательно. Лучше коммент напиши, чем этот лайк. Спасибо большое. Покедова.